устраивает ли вас интервал передвижения маршрутных автобусов? Если не устраивает, то почему? Не устраивает, потому что долго ждать приходится. Они, интервал у них очень большой. Интервал в основном вот на 8-м маршруте автобуса 45 минут. Если бы было 2 автобуса на одной стороне, то был бы интервал, например, 20 минут или 25. Так было бы удобнее. Я уже стою 30 минут, автобусы прошло 2 однерки и не было ни одной четверки. И так вот каждый день стоим по 30-40 минут, чтобы дождаться один единственный автобус, который ходит по всему городу. Меньше часа не бывает почти никогда. Редко один раз попался. Редко ходят четверки. Так быстро они отходят, что не успевает посетитель пойти в автобус. Удобно ли вам добираться до работы? Если неудобно, то почему? Ну, неудобно, конечно. С одной стороны, я могла бы, например, на 8-м маршруте ехать до соцзащиты, я там работаю. Но он опять мне неудобен, я его не могу поймать. Иногда он идет по времени, иногда без времени. Удобно, если они ходят. Что, вот я в поселке живу, каждый час один рейс делает. Сейчас. Иногда вот на переезде, порой по 2 часа даже проходят, стоят. Вот это неудобство только. Люди нервничают, здоровье теряют. За нас никто не беспокоится. Хотели бы вы, чтобы автобусов стало больше, и почему? Хотела бы, чтобы стало больше, чтобы интервал между ними сократился, и чтобы хорошо все-таки быстро добираться до школы, до работы. Я не в городе живу, в деревне. Вот у нас раньше за Бугорку ходил 6 раз автобус. Сейчас только ходит 10. Вот. Она в 7 часов спускается. И в 5 часов привозит. А мы вот, пенсионер, вот за лекарством приезжала. Вот сейчас на 10, а там я иду пешком. Хотя бы 3 раза дали нам автобус в день. Вот в обед бы, утром и вечером. 4 надо обязательно побольше. Почаще, чтобы ходить. Желательно побольше, потому что на расстоянии где-то 9 полдесятого и до 11 очень плохо ходят автобусы.